Привет! На связи Евгения. Сегодня мы нарисуем небольшую зарисовку на прогулке. Подключайте свою фантазию, открывайте краски и приступим рисовать. Для работы нам понадобится плотный лист бумаги, палитра, гуашь, кисточки, емкость с водой, карандаш, салфетка. Возьмем карандаш, нарисуем штаны, носки, кроссовки. Широкой кисточкой сделаем розовый фон. Напишем яркие носки и кроссовки. Нарисуем узор на штанах, шнурки и подошву на кроссовках. Нарисуем белым собаку и авоську с апельсинами. Добавим детали. Работа готова.